В 1990 году вместе с другом мы прогулялись по знаменитому подвесному мосту в Сан-Франциско. Golden Gates — золотые ворота. Огромное стальное сооружение было построено всего за 4 года и открыто 27 мая 1937 года. Золотые ворота простираются над проливом, соединяющим Тихий океан с заливом Сан-Франциско. Мост имеет почти 3 километра в длину и в высоту 230 метров. В день открытия мост был доступен только для пешеходов, и более 200 тысяч человек, охваченных восхищением и гордостью, прогулялись по нему. С тех пор мост стал обычной частью пейзажа мегаполиса и перестал быть достопримечательностью для местных жителей, за исключением одного факта. Мост, с трудом поддающийся сопротивлению магии, привлекает тех, кто находится в депрессии. В среднем, каждые 9 дней кто-то бросается с моста в глубину. Я не задаю вопрос, почему именно с этого моста? Вместо этого я спрашиваю, почему они ищут суицида? В 1973 году 34-летний Кен Болдуин прыгнул с золотых ворот. На своем рабочем месте он оставил записку. «Я иду прогуляться по мосту. Если кто-то улыбнется мне по дороге, я не прыгну». Сколько стоит улыбка? Кевин Хайнс, один из редких выживших, прыгнул в понедельник 25 сентября 2000 года. Прежде чем сделать это, он стоял на мосту и ждал, чтобы кто-то обратил на него внимание. И вот молодая блондинка подошла к нему, улыбаясь. «Ух ты!» — подумал я. «Она спросит, все ли со мной в порядке? Мне 19 лет, и сегодня я не должен умереть!» Но в следующий момент девушка достала фотоаппарат. «Хочешь сделать мне фото?» Я был раздавлен. Я сделал фото, и она ушла. Через 4 секунды я прыгнул. Интересно, что подумала девушка, когда поняла, что я прыгнул? И все же, сколько стоит улыбка? Бог не просит нас вторгаться в душу людей насильно. Любить ближнего означает не надоедать ему словами, прикосновениями или ненужными услугами. Любовь начинается с проявления отношения, которое выражает симпатию. А симпатия выражается через улыбку. Кто знает, может быть, сегодня ты проходишь мимо кого-то, кто находится в глубокой депрессии. Попробуй преодолеть невидимую стену отчуждения. Найди взгляд, и если взгляд другого человека ищет тебя, подари ему улыбку, которая будет значить «ты важен для меня». În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.